хорошего Питера. Конечно, тут на балконе опять бедлан. В такую жару не хочется ничего разбирать. Всем, кстати, привет. Мне сейчас надо взять чек от пылесоса Тефаль. И я сейчас отправляюсь в Мегу, мне нужно посмотреть себе легкие штаны, в Ашан, в общем. И заеду в Эльдорадо и узнаю, что мне делать с этим пылесосом. Сейчас пока брать его с собой не буду. Может быть, они дадут адреса гарантийных сервисов, потому что я думаю, вряд ли они заберут его обратно. Ну, в общем, проконсультируюсь, спрошу, если нужно привезти к ним, значит, привезу вечером к ним или завтра, там, не знаю. Погода у нас сегодня уже 34 градуса, утром вообще была жуткая жара, сейчас еще хуже. Ну, ничего не поделаешь, надо ехать. Хочу все-таки купить штанишки, потому что, ну, не в чем мне ходить, реально, в шортах, я говорил, я ходить не люблю. Ну, посмотрю, в общем, что будет, что-то, может быть, приобрету, и нужны продукты, ибо вчера я сходил в Пятерочку, а все равно есть абсолютно нечего, да и Пятерочка что-то стала очень дорогим магазином, поэтому заеду в Ашан и там что-нибудь прикуплю. Все, ребят, поехали. Поехали. Ребята, можно я не буду садиться в машину? Там просто пекло. Ой, какой кошмар. Пусть хоть немножко проветрится. Эта машина постояла вот у нас сколько? Часа 3, наверное, на солнце. И уже так нагрелась. Ужас, ребята, ужас, что творится. 34 градуса. Это жесть. Сейчас немножко воздух хотя бы пройдет и поедет. Ребята, кто хочет баню, присоединяйтесь. Здесь градусов 60 в машине. Ой, мне даже дышать нечем. Ой, какой кошмар. Нет, надо машину куда-нибудь сегодня в тенек какой-то поставить. Не знаю, где найти. Потому что, ну, так невозможно, ну, все плавится, даже к рулю не прикоснуться. Вот эта оплетка, она вся оплавила, почти оплавилась. Жесть. Ну, ничего, вот такое вот лето. Хотели лето, нате, получите. Ну, вот как, ребята, я доехал только до метро буквально тут. Я уже весь как выжатый лимон. С меня уже все течет, а мне еще в торговый комплекс идти. Туда и туда. Ужас какой-то. Ой, нет. А пешком тоже не вариант, потому что не доехать ни на чем. Сейчас немножко хоть просохну. Сейчас зайдем сначала в Эльдорадо, спросим там про насчет пылесоса, а потом уже поедем в Мегу. Ну, в тенечке, на солнце когда нет, вроде нормально, а на самом солнце, конечно, пекло. В общем, в Эльдорадо мне сказали, звоните в гарантийный сервис. Я говорю, где мне взять телефон? Они говорят, у вас есть гарантийный талон. Что-то я не помню, чтобы он был, может быть, она мне только чек отдала. Я не помню, надо, в общем, короче, в итоге поискать, посмотреть. Сейчас спускался вниз с охранником торгового комплекса, а он, представляете, пьяный в дрободан. От него разит спиртягой, он еле на ногах держится. Вот как таких на работу принимают? И вот кого он защитит, кого он охраняет? Он сам-то не помню даже, где он находится. И только через каждые 5 минут ходит курить. Я туда ехал, он курить ходил, обратно с ним прямо наехал. Запах ужасный. Неужели их не проверяют здесь, не знаю. Так что вот, ладно, придем, будем искать гарантийный этот, талон. И будем звонить туда, узнавать. Все, а сейчас поехали в Мегу. Машина постояла в тени, а не охладилась нисколько, ни на грамм. Абсолютно ни на грамм. Сегодня обещают... О, смотрите, сейчас покажу. Ворона села. Прям по крыше когтями. Что ж ты делаешь, собака? Блакокрашенное покрытие же испортишь. Но моя машина не надо. Не надо. Видите, какие вороны. Сегодня, говорят, обещают лютую грозу и дождь. Часа в 3-4. Но я думаю, что я успею до этого времени все купить. Так что вот, поехали, пока ворона не решила на крышу сгромадить. Сейчас я, ребята, немного постою на улице, потому что с меня все течет. Вон там, кстати, праворукий автобус стоит. Очень много я заметил праворуких автобусов, но папа меня вчера опять напугал. Вот я где-то прочитал, что типа праворукие машины хотят снова опять запретить. Я говорю, ну весь Дальний Восток ездит на праворуких машинах, но это же нереально. Эти, сколько лет, что там сигналит кому? Кому он сигналит? Едет, никого нет, он кому-то сигналит. Короче, сейчас немножко постою, обсохну и пойду. Ой, еще надо маску уж одевать. О, слышите, говорят. Короче, хочу немножко постоять, потому что если я сейчас зайду в маске, мне будет тяжело. Мне надо немножко отойти, потому что в жару такую я не могу, мне тяжело дышать. Сейчас немножко постою, потом нацеплю маску и пойду уже наверх. Быстренько пробежимся по Икее, посмотрим. Вот, какие-то подушки тут есть. Ну, это, наверное, маленькие. Но если они недорогие, можно и таких 3 штуки купить. Главное, чтобы коричневые были. Короче, пойдем посмотрим быстренько. И потом пройдемся по магазинам вещевым, типа там
H&M и прочего, и потом в Ашан за продуктами. Но за продуктами в самом конце, потому что я потом еще, наверное, может быть, зайду в кафе перекусить. Хотя, в принципе, есть совсем не хочется, хочется только пить. Ну или попить, неважно, и потом уже пойдем туда. Все. Здесь такой кондиционер, здесь такая прохлада. Просто кайф. Все, мы уже в Икее. Сейчас быстренько пробежимся. И мне самое главное подушки. Подушки, пробежимся и все, и пойдем дальше. Ибо мне здесь в Икее ничего не надо, стол я уже себе купил. Надо присматривать, несмотря на то, что свой диван я маленько починил, мальца. Ну, пока еще можно им пользоваться. Но вот я думаю, что диван, кровать с козеткой. Что такое козетка? Это вот это, наверное, или что? Что такое козетка? Что-то знакомое, козетка. Ну, это, наверное, вот с этой вот угол, короче, который, да? Но мне угловой не нужен. Если бы он был угловым в другую сторону, наоборот, то есть вот это было бы вот здесь, тогда бы можно было там, где у меня освободилось место от стола, можно было бы, в принципе, туда его поставить. Ну, не знаю, 19 тысяч, в принципе, недорого. А что он? Ой, он жесткий какой. Ладно. Только начинаешь снимать, сразу сюда люди приходят. Вот. А, это 4. Вот такую же я видел. Вот такую же видел я за 5 рублей продавалась. Я не знаю, есть она сейчас, нет. На дачу хотел купить потом. Сидеть. Видимо, наверное, подорожала, была 5000. Мне сейчас все равно вести не на чем. Вести не на чем. Так, что тут еще есть? Вот, угловой, да? Это что вообще такое? Наверное, раскладывается как-то, да? Двухместный диван-кровать. Слушайте, двухместный диван-кровать, смотрите, какой он. Взял и... Нет, ну мне такой не нравится, потому что мне хочется не раскладывать. Постоянно его раскладывать, я хочу просто лечь и полежать. А тут и сидеть неудобно, и здесь нет. Такой мне нет. Хотя он маленький, влезет. А здесь, а вот это что? Ой, ну это 50 тысяч, нет, ребят. Он желтый красивый, мне вообще нравится желтый цвет. Вот я изначально хотел комнату вот в таком цвете. Но сейчас я понимаю, что это слишком ярко, поэтому только в сером. Это можно вот спальню сделать таким цветом. Мы хотим в спальне делать ремонт вот в этом году. И вот можно таким цветом сделать, там будет красиво. Слушайте-ка. А я неправильно сделал. Ядрическая сила. Вон оно оказывается, как надо было-то. Вот я лошара-то, а. Вот это надо было на эти штуки приклеивать. А я и думаю, как-то странно, думаю, что-то как-то это самое, стеклышко-то прямо вот его, оно прямо вот, оказывается, видите, что для чего был дан двухсторонний скотч. А я думал, что это просто прокладка такая, но я не приклеивал. И там ничего не было написано, там просто было написано, вот дурак-то, а. Надо сегодня прийти, отклеить и заклеить, как здесь, видите, как он плотно. Все, вот видите, не зря зашел. Да, я думал, что это просто как прокладка, чтобы стекло можно было доставать и мыть иногда. Оказывается, видите, на него надо приклеивать. Ты лошара пушкинская вообще! Вот это да. Ну ладно, придем сегодня и переделаем. Ну тоже, в принципе, плюс чего. Знаете, что меня смущает? Меня смущают люди, которые сидят вот в этих образцах, как будто бы они у себя дома, чуть ли не с грязными ботинками туда залезают. Как будто они у себя дома. Не знаю, мне наглости не хватает так себя вести. Так, а еще мне надо что? Шкафчики посмотреть будет. Но это потом. Ну, люди ходят. Кроватка, можно полежать. И прямо в грязном ботинке куда. Опа! Вон, кстати, каркас кровати 10 тысяч. 10. Типа скидка. Ну, здоровая. Нет, это в спальню, наверное. В спальню там мало места. У нас, видите, 3 комнаты, а из них самая большая только гостиная. Или как любят по телевизору говорить, это у меня зал. Ну, не знаю, мне кажется, зал это где-то во дворце. Когда особенно еще в пятиэтажках говорят, у меня это зал метр на метр. Потом особо туда ничего не сложишь. Так что вот. Ну, потом надо присматривать все равно какие-то вот шкафчики, комодики тут. Всякие разные. Но это уже надо ехать с мамой. Мама будет выбирать, потому что это ее комната. Поэтому вот так. Так, ладно, а где подушки-то? Все, мне никак не убраться, не спуститься. Тут сейчас кухни идут, кухни мне не надо. Нет, надо, но не сейчас. Так, надо быстренько. Сейчас там где-нибудь сократим, пойдем вниз. Хотя, в принципе, народу немного и не жарко. Можно походить, посмотреть, но я уже здесь все видел. И тут уже ничего не надо. Сократить и сразу идти на первый этаж. Ну ладно, зато я посмотрел стол, что я не только сделал. Так, а теперь куда? Так, ну пойдемте искать подушки. Я попал в отдел подушек. Ну, это маленькие подушки. О! А, так это серая. А мне надо какого цвета-то? Мне надо коричневого. Мне надо коричневого. Или она 140? О, вообще 140 стоит. Это 299, но коричневых нема.
Сейчас посмотрим там. Сейчас посмотрим здесь. Красные, красные. Зеленые. Зеленые. А, ну вот, наверное, только то, что есть. Да, ну вот 200 нет, но это цвет какой-то. Цвет детской неожиданности. Так. Вот. Ну нет, коричневого ничего, ребят, такого нету. Значит, наверное, поступим другим образом. Поступим, как сказала мама, вон чехол на подушку. Это чехол. Значит, надо будет купить поролон и степлером. Вот что-то типа такого, но потемнее. Вот что-то типа такого, но потемнее. Нету. Все, ладно, выходим отсюда. Тогда мне здесь ничего не надо. Пойдемте смотреть вещи. Зачем они сделали такой вот открытый вход в Икея на первом этаже без касс, без ничего? Представляете, здесь сколько можно всего вынести? Знаете, какие у них здесь недостачи? А мне племяшки знакомые здесь работают. Она сказала, что у них за это все высчитывают. Представляете, сколько здесь можно вынести? А люди же у нас такие, поэтому... Ой, а куда мы приехали? Обратно в Икею? А, нет, мы сейчас вперед пройдем. Нам не надо. Чендем вон перенесли куда. Сейчас зайдем туда, потом еще куда-нибудь, а потом в Ашан. Такие вот брюки, но единственное, что размер мне надо поменьше. Это 50-52. Мне надо взять 40, сколько там, 48-50. Сейчас попробую. Они подходят к моим этим куртке джинсовой, которые мне подарили. И, в принципе, можно... Ну, мне не нравятся. Они как раз на акции. Сейчас пойду посмотрю 48-50 и их померю. Если нормальные, то заберу. 32 – это 46-48. И 31-32 – это 48-50. Сначала померю вот эти. Но вот эти, мне кажется, малы. Хотя, вот смотрите, если так вот они висят, они практически одинаковые. В общем, сейчас померим вот эти и посмотрим. Так, ну вот, вот это 48. Ой, 46-48. Вот здесь они мне как раз. Ну, вот внизу, мне кажется, они чутка маловаты. Ну, в смысле узкие. Ну, может, ничего. Не, ну так вроде ничего, ребят. Под джинсовую куртку, которую мне подарили, я думаю, что это будет самый топ. Потому что джинсы у меня нормальных никаких нет. И вот сейчас понятно, что жарко в ней ходить не будешь. Но вот когда будет прохладно, с джинсовой курткой будет самое то. Поэтому сейчас я еще вот эти померю. Может быть, здесь будет внизу посвободнее. И уже приму решение, что взять. Так, ну вот эти вот. Мне нравится больше. Они внизу посвободнее, вот здесь. Здесь можно в конце концов одеть ремень. То есть сюда можно одеть ремень или немножечко их ушить. Я могу их, в принципе, отдать в ателье или маму попросить, она мне их ушьет. Вот эти мне нравятся больше. Они внизу, видите, широкие. То есть не такие узкие, как эти. Поэтому, скорее всего, наверное, вот эти я и возьму. Потому что надо не забывать, что когда будет холодно, еще будет пододеваться какая-то кофта. Поэтому, ну, здесь на крайняк можно будет пользоваться ремнем. Вот, или немножечко сзади вот так вот будет ушить, вот так вот чуть-чуть. Если вот так я ушью, вот так будет нормально. Нет, вот эти мне нравятся. Все, вот эти я забираю. Они у нас на акции. Размер 48. Все, вот это именно мои. А вот эти вот, в принципе, тоже неплохие. Вот именно вот здесь, по талии, да, как это называется. А внизу очень узкие. А эти вот как раз самое то. Все, вот эти я заберу. Что, очень удачно я зашел, купил джинсы, оформили мне карту, еще скидка 600 рублей. То есть очень даже прилично. Единственное, что только надо будет их взять с собой и подшить. Ну, не знаю, или в ателье сдам, или куда. Так, ну, в принципе, да, хотел еще какую-нибудь футболку взять, но у меня этих футболок столько, и половина уже от того, что они лежат, надо как-то вон тоже 5 карманов здесь какие-то. А, ну здесь джинсы подороже. Ну, ладно, короче, я уже купил. Не стал больше никаких футболок брать. Единственное, сейчас еще зайду в Нью-Йоркер, посмотрю там... Все-таки мне нужны легенькие какие-нибудь штаны. Сейчас посмотрел, там спортивные. Но они какие-то, знаете, они легкие, ну как шаровары. Ну в таких только дома ходить. Я не знаю, может сейчас так модно. Ну не знаю, нет, мне надо что-нибудь типа спортивного. Полегче такие вот, не знаю. Ну в общем, посмотрю, сейчас зайду в Нью-Йоркер. А потом пойдем в Ашан за продуктами. Все. Мангал вот этот вот. Как только появится возможность на чем-нибудь его привезти, я обязательно его... Ну может не обязательно, но заберу. Потому что видите, он какой здесь, можно сразу и... Гриль и все, что хочешь делать. Вот тут даже написано, что в нем есть. Поэтому даже кочерга имеется. Поэтому такой вот я потом заберу. Акция на телевизоры. 11 тысяч, 9, 10. А на этой цены нет. Но опять же, что за марка? Asano какой-то. Я не знаю, что это такое, ребят. Что такое Asano, я не знаю. И покупать такие телевизоры, ребята, я боюсь. Ибо что такое Asano, я не знаю. Так, а что мне здесь нужно было еще?
зарядка вроде есть, а надо еще где-то телефон сдать в ремонт. Я, ребята, так и не сдал, потому что не знаю, в какую фирму сдавать. Хочется, чтобы не обманули, поэтому не знаю. Так, ладно, сейчас здесь еще телевизор посмотрим и пойдем дальше. Так, вот Samsung 14000. Но что-то как-то качество, смотрите какое. Видите, какие вот буквы написаны, а они вон какие. Не знаю, может здесь, конечно, так ловит. Так, а вот это что? BBK. Телевизор LED Yumno. LED. А где ценники-то на него? Вот на этот телевизор где цена? Вот Hyundai, вот можно такой взять. Он легкий какой, горячий. А ценника на него нет, ребята. А ценника на него нету. И сколько он стоит, непонятно. Чуть дальше стоит на него ценник 7400. Ну, за 7400 я тогда... Ну, в принципе, здесь, видите, буквы более нормально читаются. Но за 7000 я тогда, ребята, Витязь куплю. Потому что Витязь у меня работает. И без всяких ТДТФУ пока нормально. Вот Телефункин тоже раньше неплохая фирма была, немецкая. Мне папа все время про это говорит. Опа, 8990. А это ж какой? LED-телевизор BBK. А какой? Где его посмотреть-то? Я сначала подумал, что вот этот с дуру. Закатай губу обратно. Слушайте, а смотрите, 23400, слишком здоровый. Вот бандура-то. А что за телевизор-то? Starwind. А это какой? А это Samsung. Слушайте, а что так недорого-то? Нет, ну вот этот за 23000, смотрите, какой он здоровый. Но правда и качество у него не айс. Угол обзора, поддержка HDTV, цифровой тюнер у него. То есть он, наверное, без Smart TV. Наверное, не знаю. Тут не написано. Обычно, когда есть Smart TV, здесь пишут, что здесь есть Smart TV. А здесь, по факту, наверное, его нет, поэтому так дешево и стоит. А, нет, вот, смотрите, BBK. 39 лем. А где тут написано? Нет, 50 лем, а это 39. А 39, наверное, маленький. А это 50, да? 50 Full HD, DVD, DV3, DVTV. Ну тут что-то не написано, нет. Нет, ну здесь не написано Smart TV. Если бы было написано Smart TV, значит Smart TV, ладно. С телевизорами пока было. Зато я приобрел себе терку для морковки по-корейски. Поэтому надо будет купить морковку. Приправа для моркови по-корейски у меня есть. Попробуем сделать морковку. Очень долго мы с мамой искали, я нашел. Стоит всего 58 рублей. Так что я ее забираю. Сейчас все здесь посмотрим. Может быть здесь есть кувшинчики. Нет, по-моему, тут тоже нет. Одноразовая посуда. А, нет, вот какие-то кувшинчики есть. Не, ну это какие-то... Это прям какой-то Советский Союз. Это прямо... Ну вот 255, но это маленький. Тогда видел в этом... В Максидоме надо было купить что-то. Нет, ничего интересного нет. Ладно, все, пойдемте тогда. В автомобильный отдел еще я забегу и за продуктами. Нет, таких надо. Но они, видите, какие маленькие. Таких подушек мне надо штук 10. Это получится на 3500 рублей. Ну, 3800, нет. Проще тогда купить, я говорю, поролон и ткань. Степлер у меня есть. Все. Пошлите дальше. Ну, вот не знаю, какой у меня SM. Ну, она просто синяя. Это как... Просто как... Вот, немножко что-то... Вот вроде и нравится, но в то же время что-то не то. Вот шорты есть, пожалуйста, мужские. Можно купить, но я не люблю шорты. Вот такие вот у меня есть штаны. Кстати, брюки мужские, камуфляжные. Вот такие вот легенькие. Но опять же, вот здесь тоже джинсы. Вот я купил. Ну, вот я практически по этой цене купил. Но смотрите, какой здесь дешман. А там хорошие джинсы. Вот тоже есть. Но они рваные. Я терпеть не могу рваные. Вот эта песня сразу вспоминается. Дианы Арбениной. Твои драные джинсы. И монгольские ску. Вот какие-то тоже. Но это домашние, я так понимаю. Да? Это штаны, это брюки, но это... Почему я говорю штаны? А вот. Ну это все домашние, нет. Это все домашние. Вот что-то типа таких, ребят. Только не шорты. Не шорты именно, а брюки. Целые, длинные. Вот еще, смотрите, какая тоже есть. Но большая. Видите, только XL. Вот такую бы я взял. Но они, видите, только XL. А там что написано? Сан-Диего. Нет, я думал Сан-Марино. Да, только XL. Вот такую бы я взял. Вот это мне нравится больше. А так как-то... Вот еще какие есть. Вон тоже есть с какими-то непонятными. Вот такая же, кстати, продается в этом, где я сейчас покупал. Как называется магазин? Фандей, что ли, да? Да, Фандей.
Вот там такую же, там только другой рисунок. Так, ладно, пойдемте дальше. Вон еще футболки есть. Ну вот это вот, ну не знаю, она мне вроде не нравится, но вот это как будто как отпечаток врезанный. Так мало того, еще мне кажется, что криво. Криво, ну не знаю, посмотрим. Так, а какие еще здесь есть брюки? Вот это брюки что, красные какие-то? Нет, это все шорты. Это все шорты, это не брюки. Ой, ладно. Там еще сейчас посмотрю. Вон тоже джинсы, ну страшные. Эти джинсы, они страшные. Нет, хорошо, что я туда зашел. Как бы я не стал ничего покупать. Нет, ну брюк здесь таких нету. Просто брюки обычные, здесь нету таких. Только камуфляж и джинсы. А мне это не надо. Ребята, огурцы луховицкие. Я читаю лес, тут описано вес. Но они, смотрите, какие они мелкие. И они все мягкие. Лук, лучок, лох, луховицкий. Так, ладно, возьмем других каких-нибудь. Яйца я просто охреневаю. 143, 75, 72, 85. Курочка, снеси мне золотое яичко. Надо сейчас что-нибудь выбрать, ибо яиц нема. Сейчас что-нибудь выберем. Это ж воробьи, воробушки. Воробушки, вы кушать хотите? Они нам тут тырят. А, вот, супчика надо еще взять. Супчика взять. Так, знаете, что еще вспомнил? Мне нужна простая вегета. У меня закончилась простая вегета, я не знаю, где она. Это, наверное, видимо, здесь супы. А мне надо, наверное, в приправы. Рис я купил, кстати, буду делать, захотел. Я взял крабовые палочки. Хочу сделать крабовый салат, а рис я взял, знаете, в пакетиках. Удобно, отварил и не надо ничего. Так, пойдемте посмотрим, ребята, вегету. Сейчас вегету заберу. Так, вот, наверное, где перец. Да, вот, наверное, скорее всего, здесь. Сейчас посмотрим. Так, так, вегету, где она тут? Еще надо найти ее. Кнор, кнор, маги. Маги. Маги, маги, маги. Что-то не могу я найти, ребят. А вот тут что? Вон вегета есть, но это большое. Мне такую не надо, мне пакетик вот маленький. Вот, наверное. Подровка какая-то, это что такое? Универсальная приправа с овощами, вот, наверное, она, да? Ну, вот такую возьму, потому что у меня вот такая была, но не такая большая, значит, дорогая очень. Мне надо маленькую. Ну, ладно, пусть будет такая. Так, а для моркови по-корейски у меня есть. У меня есть, что заправлять, поэтому не надо. А, еще соль надо, знаете, какую? В баночках у меня закончилось, сейчас тоже пойду посмотрю. И кетчуп надо, вот, видите? Закончился кетчуп. Сейчас кетчуп возьмем. Ну, вот видите, такого тоже нету. Хайнца, как мне нужно. Ладно, еще что-нибудь подберем. Возьму, ребята, вот такой попробовать кетчуп. К мясу на углях. Ароматные травы. Попробуем такой возьмем. Потому что всякое все равно закончился. А такого, как мне нужно, нету. Хайнца нету. Возьмем вот этот, ладно, попробуем. Здесь так жарко. Ужас, там было так прохладно. В общем, я чувствую, что сейчас половина моих продуктов не доживет, ибо до кассы не дожили сырки. Пока я ходил, сырки глазированные превратились в кашу. Поэтому, ну так не странно, ребята, знаете, вот целый мешок продуктов, а цена маленькая. Честно говоря, думал, сейчас мне насчитают, нет, нормально. Но сейчас я все равно закину пакет в машину, зайду перекусить, вернее, даже не то, что перекусить, а попить. Вон, таксишка брошенная, кстати, Ситимобил. Видите, со спущенными колесами. Сейчас брошу это все. Жарко как. Ой. Я боюсь, что у меня там котлеты могут превратиться. Не бог есть, что я купил говяжьи котлеты. Какие-то там элитные. На акции были. Ну, по акции грех не взять. Ровно. Надо что-то готовить есть. А иногда с макарошками котлеток самое то. Но что-то как-то не знаю. Боюсь, не доживу. Ладно, сейчас тачку закидаю. Попью, перекушу. Вот, смотрите. Стоит какая тачка с каким прицепом для лошадей, наверное. Что себе. Сейчас закидаем и быстренько пойдем сходим домой. Крискат спросил, говорит, что у вас картошка вышла из продажи. Нет, есть. Все, вот мой стандартный набор. Сейчас перекусим и поедем домой. Самое главное попить.
пить в такую жару очень хочется. Все, ребята, всем, кто кушает, приятного. Ходишь на парковку, как в баню. В машине прохладнее, чем на парковке. От крыши, видимо, там все нагревается. Это же я сейчас пока перекусывал, листал Инстаграм, это нетипичный Питер. Есть у нас ссылка такая, называется нетипичный Питер. Сейчас окно закрою, чтобы меня не слышали. Там, прикиньте, короче, показывали наш этот миграционный центр, который находится на Чернышевской. Вот этот вот миграционный центр. Там столько этих нерусских стоит мигрантов. Там их, я не знаю, 3000 человек, наверное, если не больше. Толпа такая. Все без масок, все ютятся. Кто на корточках сидит, кто там на... А у нас закрываются фудкорты, у нас закрываются детские игровые комнаты, балы медалистов, у нас все это закрывается. Но зато мигрантам милости прошу. Там ковида нет. Среди мигрантов ковида нет. Есть только вот. Хотя вот, пожалуйста, фудкорт. Вот я сейчас в кафе, в бистро кушал, ну и что? Ну, покушал, что такого я? Что от этого? В общем, не понимаю, как у нас все это работает. И мне кажется, что наши чиновники сами, наверное, уже запутались во всем. Так что вот, ладно, все, поехали домой, иначе у меня сейчас там все продукты растают. Чебуреки у меня там, котлеты, в общем, все это растает. Все, ребята, все, на этом все, поехали. Да. Только не движется, но только сейчас поехали. Что там такое произошло? Вроде все по прямой, все едут. Чего стоят? А из-за того, что народ тупит. Люди очень сильно тупят. И здесь вот неправильно организованное движение. И там неправильно в Кудрово организованное движение. Где главная дорога, там должна быть второстепенная, наоборот. А где второстепенная, там главная. Они сделали все наоборот, из-за этого и пробки. Ой, жара жуткая. Обещают сегодня дождь с грозой. Дай бог, конечно, чтобы пролило все. Потому что ужасная жара. Но пока что-то я, ребята, на небе не облачко. Можно было, кстати, заехать к маминой племяшке. Ой, к племяшкиной маме, но я не знаю, дома она или нет. И потом у меня продукты испортятся. Не хочу. Двери посмотреть и телевизор. Ну ладно, потом как-нибудь выберу момент. Ладно, все, теперь точно поехали. Все, едем. Вроде немножко движение пошло. Я уже приехал домой. И вот сейчас посмотрел сразу же с курткой джинсы. Слушайте, ну практически в цвет. Куртка будет чуть-чуть светлее, но не важно, не страшно. Вот так вот, если вообще не приглядаться, ну, получился как комплект. Здоровско все, потому что я не знал, с чем мне эту куртку носить, ибо у меня, ну, только брюки, а джинс практически мало. Нет, у меня есть какие-то джинсы, но они уже такие, они темные. Ну, вот так что нормальный комплект. Мерить я, конечно, не буду, потому что надо брюки ушивать. Ушью и потом уже. Ну, сейчас все равно в жару в такую, конечно, ходить в этом не будешь. Но зато вот на осень там или когда будет прохладно, уже комплект есть. Какое-то там опять столпотворение, гос... Дорогу делают, асфальт, ёкарный бабай. Это прямо сейчас надо делать, конечно, как же. Как же, прямо сейчас надо делать дорогу, чтобы все вечером, когда возвращались, вон у меня племяшка пошла. Они сегодня собираются на дни рождения у подруги на каком-то речном, то ли катере, то ли трамвайчике. Но она сейчас идет к другой подружке, которая не сможет пойти, потому что она заболела за подарком. Я говорю, ребята, я говорю, только говорю аккуратно, в такую жару на теплоходике, не дай бог, голова закружится, и все. Ребята, это очень опасно, не дай бог. Поэтому я говорю, будьте, ребята, аккуратнее, потому что сейчас на теплоходике страшно. Но жара жуткая, ребята, жуткая. О, там человек сваливает, наверное. Хочу машину в тенек переставить. Так что вот, ладно, все. Сейчас немножко по это самое охлажусь, попробую сделать морковь по-корейски. Замариную ее на завтра. У меня еще лавашики есть. Завтра можно лавашек сделать. Только мне надо еще купить огурцов и пару помидорок, потому что это самое. В Ашане очень все плохие. Помидоры, огурцы. Прям, ну, огурцы, ой, помидоры нормальные, а вот огурцы ужасные. Прям все мягкие такие. Так, он, по-моему, уезжает. Все, ребята, я поехал, машину переставлю в тенечек.